27 марта – это Всемирный день театра. Представители театральной сферы Тверской области поздравил губернатор Игорь Рудени. Он поблагодарил служителей Мельпомены за преданность театральным традициям Тверской земли, за неустанный творческий труд и большой вклад в духовное, нравственное, культурное воспитание молодежи. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом приумножают коллективы как профессиональных, так и любительских театров. Насколько внимательно следят за театральной афишей зрителей Тверской области, как они относятся к этому виду искусства и ходят ли в театр? Мы решили задать эти вопросы жителям Твери, и вот что они нам ответили. Не был уже в театре, а так с уважением. У меня много знакомых. Сан Саныч, Вера Андреевна, в одном доме жили, соседи были. Очень уважаю людей. И вообще всех театралов уважаю. Потому что нельзя выделить театр как единственное, наверное, направление культуры. Есть литература, музыка, кино, да, какое-то другое изобразительное искусство. Вот, театр – это замечательно. Театр, в основном в театры я хожу в Москве. В нашем драматическом театре бываю, но не так часто, как в московских. Ходим. Была по пьесе «Вечно живые» в данном театре. Москву чаще езжу. Я театр открыл еще, будучи в 17 лет. Первый раз я ходил в театр, я сам из Тулы. Тульский театр прекрасно, просто прекрасно. Это другие эмоции, другие чувства. Ни один фильм не сравнится с театром. В любом случае, даже сейчас я с удовольствием. Опять же, мы с супругой ходили в отпуске в театр, также в Туле. Прекрасно. Все произведения и эмоции, которые передают актеры со сцены, та энергия, она не сравнится ни с кинотеатром, особенно с просмотром там каких-то фильмов. Лично я очень люблю театры, хотя не очень часто там бываю, потому что не всегда идут какие-то постановки, которые мне интересны. Но у меня многие друзья занимаются театром, любительским в основном. И какое-то искусство, это довольно полезно для молодежи, для развития какого-то. Поэтому я считаю, что полезная вещь. Всех поздравляем с Днем театра, с праздником. Да.